Губернатор Приморского края встретился с женами и матерями участников СВО. Женщины вернулись из новых регионов России, где смогли передать гуманитарную помощь и пообщаться с бойцами. Поездка была организована для них по поручению главы региона после соответствующей просьбы. Тревога матери никогда не проходит. Сегодня мы встречали ребят, тигровцев, были мамы, были жены. Вот, конечно, все там эти 6 месяцев – это еженочные переживания, как он там, что с ним, значит, да, то есть жив ли, значит, где, как в этих условиях. Это невозможно, значит, никакой матери спокойно на это смотреть. Жены и матери военнослужащих, в свою очередь, поблагодарили губернатора за организацию поездки для них. Регулярные выезды главы региона в зону СВО и встречи с бойцами непосредственно на линии фронта, передачу им гуманитарных грузов, необходимого оборудования и снаряжения. По словам участниц встречи, для героев такое внимание очень много значит. И даже коробка конфет или детский рисунок способны поднять настроение и боевой дух, ведь это в первую очередь весточка из дома и напоминание тех, кто ждет. Напомним, Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям. Эта работа находится на личном контроле губернатора Олега Кожемяка. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.